жена объездной. Здесь уже первый сорт. Но не хлебом единым торгует Фанис Газизов. Его пекарня в Кировской области знаменита татарскими национальными блюдами. Треугольники и бареш часто заказывают на семейные застолья. Бизнес непростой, но его национальная ориентированность помогает обыгрывать конкурентов. У нас свой рынок, свой у нас покупатель имеется, свой коллектив. В Кировской области, можно сказать, помощи нету. А вот Ильсур Хамидуллин совершенно другого мнения. Его колбасный цех работает 6 лет, и если бы не две проблемы, то бизнес пошел бы в рост. Налоги, проверки. Аильф Аднуриманов из Нижнего Новгорода продолжает семейный бизнес. Козылык они делают в небольшом производственном цехе. Покупают не только местные татары, но есть в регионе проблемы с поиском новых рынков сбыта, при этом, чтобы продавать товар без посредников. Можно было больше бы, как бы таких агропарков. Не только в Казани, там, в Нижнем, например, у нас такого нету. Почти 800 предпринимателей из 38 регионов страны. В основном продукция халяль. Все бизнесмены трудятся с верой в доход. Халяль как образ жизни. Продукцию оценил президент Рустам Миниханов. Халяль как образ жизни. То есть вот халяль, это вот косметика, халяль. Это вот ни это, сахара, ни бисквита. На Казань сами надо пригласить, потому что вот вас надо продвигать. Уже на самом форуме подняли проблемы, которые волнуют всех. Так, в каждом регионе есть вопросы с получением в аренду земли и недвижимости. Также много бюрократических проволочек. Стоит и общая задача по повышению товарооборота между регионами. Затронули и вопрос низких цен на молоко и направили внимание на развитие халяльного бизнеса. Село – это основа всего. Нас всех волнует его сохранение и развитие. Для этого у нас работают республиканские программы. Но только на бюджетные деньги все реализовать невозможно. Нужна и помощь инвесторов и предпринимателей. Развитие бизнеса на селе – это гарант сохранения татарской культуры. Именно такой тезис сегодня прозвучал практически в каждом выступлении. Сегодня было вынесено предложение организовать всероссийский конкурс предпринимателей под эгидой президента Республики Татарстан. Тогда и общение будет более плотным, а конкурировать будет интереснее. Альбина Аслагараева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.